аллигатор вон какой громадный. Так, еду исследовать новые территории. Так, тут просто выход к реке. Так, и что у нас здесь, и что у нас здесь? Вон машина стоит под мостом. У нас тут написано ничего. Тут... Сейчас я выйду, пойду прогуляюсь. Коль бы меня там не съел аллигатор. Там что-то такое громадное плывет. То ли это кусок какое-то дерева, то ли это аллигатор. Сейчас посмотрим. Пошли. Что-то громадное. Там мужчина рыбку ловит. Кстати, место тоже потрясающее для отдыха. Вон там тоже рыбачки стоят. Оттуда тоже можно заехать. Такое место хорошее. Я сюда раньше никогда не заплывала. Не заезжала. Кайф. Это просто кайф. Это аллигатор, что ли? Что это такое? Да, аллигатор. Вон какой громадный. Какой красавец. Вон второй вылез. Вон от второй вышел. Уже кого-то съел. Вот. И тут где-то прямо возле меня третий. Только что кувыркался. Красотулечки мои. Ну выйдите на бережок уже. Я на вас посмотрю, полюбуюсь. Классные какие. Да. Джунгли, 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 конечно, здесь. Сейчас пересух. Поехали в еще одно, еще в одно место. Только что была вот там, съехала оттуда и заехала под мост. Сейчас пристегнусь, сейчас прям кричи, пристегивайся, все. Там сейчас я снова заеду под мост, но с другой стороны реки. Вот тут я только что была. Вот она река. Ой, какие ямы, ой, какие ямы. Ой-о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 й
Так, где мне машинку бросить так, чтобы я смогла развернуться потом? Вот тут я сейчас ее брошу. Так, пошли. Итак, пошли. Кто хочет в речке искупаться?
Только не я, только не я, только не я. Так, тут аллигаторов не видно. Как здорово, парочка рыбачит. Я сама бы пришла бы. Надо вообще начать рыбалкой заниматься. Так здорово, такой покой. Сколько мусора здесь. Видимо, здесь редко убирают дрова лежат. Да, непорядок, непорядок. Так, смотрю под ноги, чтобы не выскочил аллигатор. Да, тут можно костерчик разжечь. Кто-то бросил стулья себе здесь. Так, где вы, аллигаторы? Где вы, где вы, где вы? Где вы, где вы, где вы? Она такая черная. Сейчас я отсюда покажу тех двух монстров, который их показывала с той стороны. Страшно, блин. Ну, мне не страшно, это я больше так на камеру говорю, конечно, понятное дело. Кто-то там... А, это плещется вода. Так, вас там нет? Аллигаторчики нет? Вы не выскочите на меня, нет? Можно было бы туда пройтись, но смысла просто нет. А где я только что была? Вот тут вот я была только что. Нет, не тут, я дальше была. Вот он, аллигатор, вот он. Да-да, значит, тут я и была. Вот он, громадный какой. Да, вот там я была, под мостом. Правда страшновато. Вот так стоишь и не знаешь, откуда он выскочит. Ой, думала, аллигатор, это просто дерево лежит. Так, краем глаза увидела, ну, вау, крадется ко мне. Вон он, красавчик, лежит. Вон он. Фильм ужасов. Да. Фильм ужасов. Вот они, декорации бесплатные. Как классно. Ну что, разворачиваемся, едем отсюда. Я ничего не боюсь, но как-то знаешь, когда тут такие монстры ходят. Да, ну его нафиг, лучше. Лучше держаться от них подальше. И, конечно, если дождь пойдет, отсюда, наверное, будет трудно выехать. Но у меня специальные такие штуки я купила, что если что, я их натяну на колеса, я проеду. Ну, хотя тут такая земля уже утрамбованная, что... Даже если начнется дождь. Итак, сейчас у нас будет испытание моей машины. Вон они, какие ямы. Вон, видно, какие ямы. Ну что, едем понизу или поверху? Поехали поверху. Вау! Так, легла на бок, на бок. Все, проехали. Сейчас будет новое место. Опять вот. Подножка. Опаньки. Вниз, вверх. Отлично. Оп. Зачем же вы царапаете мою машину? Эй, вы. Чукчи. Сейчас я заеду на аллигаторскую ферму. Ферму с аллигаторами. Туда вход платный. Так, никого там нет. Никого там нет. Я там была много раз. Если сказать, уже больше десятка раз.
интересное такое место. Таких аллигаторов, как здесь, вы нигде не увидите. Они тут зеленые. Они все тут обросли ряской. Вот, приехали. Jungle Adventures. Вот он. Тут такие болота зеленые, тоже ряской покрыты. Вау! И вот он во всей красе. Вот его хвост. Тут есть медведи и очень много павлинов. Вот медведи за этой зеленой сеткой. Раньше их можно было через сетку покормить. Сейчас закрыли. Вот отсюда мишек не видно, но они вот там живут, в этих домиках. Попробую снять. Вот она, пасть аллигатора. Сюда вход почему-то запрещен. Мы тут делали кучу фотографий из этой пасти. Пошли. Я попрошу сделать коротенькое видео этого болота. Пумы. Настоящая, прям настоящая кожа. Небольшого аллигатора. Тут магазинчик маленький. Ай. Вон маленький ребеночек. А вырастет в монстра. Что мы там хотим так поесть? Нюка, 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 нюка. Кожу можно купить аллигатора. Hello. Настоящая кожа аллигатора. Решили мне пройти, но вот отсюда видно зеленое болото. Вон оно, зеленое болото. И вот там вот водится. Вон, кстати, аллигатор лежит. Вон он. Шикарное место для посещения. Особенно, когда их начинают кормить. Это вообще представление невероятное. Так что welcome. Welcome to Jungle Adventure. Thank you so much. Have a good day. А вот они, какой монстрила. Big Daddy. 15.5 foot. Лапу ему откусили. Please do not touch. Ладно, пойдем. А, попугайчик. Слышу, кто-то хрюкает. Попугайчик. Вот они, змеюки наши, подколодные. Carpet python. Все, пошли отсюда. Excuse me. Thank you. Туалетики. Ладно, пошли. А, вот сломался. По-моему, вот этот сломался зубик. Да. Трещина на нем. Поехали теперь. Я уже, в принципе, в городе. Крисмас. Это и есть Крисмас Сити. Поехали. И вот медведи туда забираются наверх. Но их там сейчас, к сожалению, нет. Может быть, мишек уже там и нету. И вон опять зеленое это болото. Брр. Поехали, поехали, поехали.
значит, стоит дом на колесах. Может быть, они сотрудники днем и живут. Бог его знает. Или кто-то приехал, припарковался, чтобы захотеть сходить в этот парк. Итак, Крисмас. Поехали. Крисмас, Крисмас, Крисмас. Тут. А нет, это еще RV кемпинг. Сейчас будет. Вот продают дома на колес. Ой, дома. Мобилхомы. Ходит, побирается. Мне Роберт когда-то говорил, что черные никогда не побираются. Вот я ему покажу это видео. Еще как побираются. Он говорит, черный лучше украдет, чем будет побираться. Ну вот, пожалуйста. Молодой, здоровый мужик. Какое у меня было сегодня шикарное утро. Просто шикарное.